Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Арекс, Мок, Фишман. Как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем понравился очень классный ролик, какой из цепи, самый крутой. Мы скачали очень много классных монстров. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем их обзор делать и веселиться. Так, первый у нас начинается Биг Чарли. Не знаю, просто ходит, какие-то звуки кончены звук. Как он убивает? Убивает с одного раза. Так, а ну на правую кнопку мыши, иди сюда. Так, ничего не делает. А на R. R, пробел. Так, хорошо. Жизни у него много или нет? Давай монеткой попробуем. А ну давай, монеткой, лупаш. Чё? Я стою на месте. Да, моментально, ты его вынес просто. Хорошо, у нас какой-то следующий идет. Они, наверное, одинаковые. Давайте не будем тратить время, будем сразу делать обзор разных. Так, смотрите, это голова ног. Смотрим, что он может. Этот рука голов. Я не знаю, как правильно, голова жоп. Он может быстро бегать. Он может медленно бегать. Он может прыгать двойным прыжком. Смотрите, раз, два. А ну давай посмотрим, как он убивает. Правой кнопкой мыши. Ай, ай. Много дамажит в жизни? 20 хп. О, отлично. Как он вообще называется? Bonus Wars. Какой-то странный. Ух ты. Не попал, не попал. Я увернулся. Давай попробуй. А ну давай, мочкани. Не, нифига себе, сколько у меня жизней. Еще. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Все, вынес. Вот это ты именно псих. И своих, и чужих. Наверное, просто не попал по тебе. Так. Ого. Это Слендер. Это что? Офигеть, давайте я в него вселюсь. Слендер переросток. Нифига, я управляю таким монстром большим. Ребята, в Гаррис Мод я еще ни разу таким большим не управлял. Ну-ка, попробуй ударь меня. А где ты там? А, я вижу. Я ногой топаю. А я не знаю, я, наверное, не могу тебя убить. Встань под ногу сам. Не? Не все равно. Ты не... Не. У меня, знаешь что? У меня хитбокс в ногах. А, ну все, ты выхватил. Красава, красава. Так, следующий у нас... Маленький. А, ты когда меня убил, я маленьким стал? Да. Так, подожди, что он может? Дамажить. Ай, ну иди сюда, кусок говна. А его подамажить можно? О, Чили Пиздрик, привет, это твой братишка. А так, ну-ка, давай я попробую убить. Р, пробел. Он прыгает, ты видел, как можно классно за него играть? Ух ты, блин, я аж испугался, звук очень громкий. Пацаны, помните, у нас в каких-то сериях была эрорка? Вот эта эрорка. Теперь это не эрорка, это большой... Ого, смотри! Ого. А чё у меня так башка открывается? Ого, у него там прям видно мозги, да, чуть-чуть? Попробуй, да. А ну, иди сюда. Ты щек... Ай! Нормально, нормально дамажит. А ну и ты иди сюда. Я погиб. Ага. А ну-ка, давайте, мочите меня. Потому что я прикольный такой челик. Червяк Джимми. Так, это что у нас? О, ты опять маленький. О, подожди, давайте все-таки этого тоже проверим. О, тоже ползает, прикольно. Да, не, я даже не знаю, чем они отличаются. Может, после смерти я не червяком стану, а просто умру? А ну давайте. Нет, тоже маленькие. Так, хорошо. Так, помните, этого кота убыло? А, собака была. Ну, анимацию мы... А, мы в ролике показывали. Курица была уже, мы управляли ей. Так, вот этот челик. Мы тогда его особо не рассматривали его. А ну иди сюда. Я курица бешеная. На тебе. Эй! Давай, мочи меня. То он какие-то звуки конченые издает. Хрипящие. Все, замочили. Извини, письмо на обстоятельства. Обстоятельства, да, бывает. Вот, смотрите, чили. Вот сейчас будете с него угорать. Это цирк. Смотрите, пацаны, прикол. Сейчас, смотри. Давай, мочи меня. Я знаю, что он может... Подожди, а тут еще есть, да, такие? Так. Угу. Подожди, это у нас был в этот...
Да, подожди, пацаны, он должен за голову как-то хватать. А ну стойте. Я как-то должен захватить за голову и можно носить твой труп. Я как-то это делал. Только с NPC-шками вроде бы. А ну-ка, давайте NPC поставлю. Я сейчас скажу, это точно он или нет. Так, сейчас. Вот, допустим, Алекс. Я не могу ее убить, что ли? А ну ты. Да, а как-то компьютер в тот раз я играл, я мог за голову носить. Ладно, может там другой сейчас будет. Такое прикольное лицо у него. Ладно, ладно, пацаны, замочили жестко. Так, кто у нас там следующий? Уго. Давайте будем им управлять, я уже хочу. Уго, я Рахит. Видите его походку прикольную? Прикольно, разработчик запилил, мне нравится. Так, а давай попробуй тебя дамажнуть. А ну стой, стой, стой. Так, не могу. А, могу. Только 40 хп от него. А, он так такие звуки издает. Так, он может прыгать. Да, может, да. Ну все. Мочите меня. Как вообще его называют? Country Road. По дороге нарабегает. Так, вы помните вот этого челика? Подожди, подожди. Я знаю, что вроде надо R нажать на нем. Вот этот. Ой, какой он здоровый. Я хотел им тогда поуправлять еще. А, так это тот же сам получается. Только да, только уже... тот был на картофанах, а этот просто. Так, это как он называется? Country Road тоже. Так вот другая подверсия. Эй. Он ногами бьется, прикольно. Как-то странно очень это все происходит. Я тебя буду давить сейчас, щенок. А, все-таки смог раздавить. Ну и все. Прыгай. А, прыгать может. Контрол. Контрол не может. Мочите. Да, просто моментальная смерть. Даже ничего не успеваю сделать. Так, больших мы будем смотреть на другой карте. Во! Ребята, ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И таких чили-пиздриков у нас постоянно много. Почему так смешно это? Эй, иди сюда. А ну дай я дамажу, подожди, в притирку, если. Ой, ты что? Красавчики. Своим делом справились успешно. Так, следующий у нас чили-пиздрик еще меньше. Камера у него так смешно сделана. А, надо я тебя откушу уже. Ой-ой-ой. Так он на расстоянии кусает. Он 25 снимает. То есть одна монтировка. И все, не достаю больше. Прыгать могу. Да ладно, я тебя не убил с монетки с одного раза. Тебя сейчас убью. Ладно, мочите. Ну. Красавчик, ты это сделал. Так, следующий такой же. О, вот этого я помню тоже. Это крутецкий чили-пиздрик. А что у него это? У него фонарь на голове. Я так атакую, когда фонарем лупашу. Нормально топчет. One-shot. Ну, больше ничего не может он. Давайте, мочите меня. Отлично. Вообще идеально. Был человек и нет человека. Еще меньше чили-пиздрик. Я не знаю, разработчик фантазеров очень сильный. А сколько отнимает? Ладно, давайте мочите меня. Ли Нюгет зовут его. Странное название. Так, вот этого я помню чили-пиздрика. Он очень классно быстро дамажит. Давай, бей. О, он по 10 хп снимает. Так он быстро именно бьет. Видишь, какой червяк? Лупашьте меня. Отлично, отлично. И так даже добили, на всякий случай. Так, вы помните вот этого вот? Классно, да, у него звук? Головы, я его знаю. Что он еще делает? Просто топчет, да? На тебе. Прям тапком по голове. На. Просто ваншот. Я могу быстро ходить. Блин, классные монстры. Да, давай, мочи меня. Нифига. Не-а. А ладно, фига. Да
два раза монеты. Вот, вот это классно. Смотрите на этого. Крутой, да? Скин офигенный у него. Да, класс. Я могу мочить? Опять только ногами, да? Ну, так же топчется. Хорошо, мочите его. Ангел. Подписывай, сильнее, сильнее. Ангел. Ты сможешь, я в тебя верю. Отлично. Так, это такой же у нас самый скелетожоп. О, это что за... Кто? Офигеть. Так, он просто перемещается на руках. Он очень быстро убивает. С одного раза, наверное. Не, не с одного. Он может... Без... Ничего не может. Он может он прыгать. 80 хп снял. И на голову сразу. Давай, мочи меня. Хоп. И попал. Попал. Перекрестный огонь. Так, следующий у нас идет антилопа безголовая. Почему они такие странные очень? Смотри, я даже по воздуху не передвигаюсь. Как я дамажу? Я не дамажу. Мочите меня, бесполезный. Ой, что это было? Ух ты. Он не умер со своей монетой. Так, это что? А я не знаю, что это. Что-то невидимое? Странно, давайте это... О, смотрите, как у него классная голова вывернута. Здорово, пацаны, как я? О, да ладно! Ничего себе, он мощный. Пацаны, я просто мочу вас взглядом. Давай со спины убью или нет, если буду боком стоять? Не, только смотреть надо. А что он еще может бегать? Ходить? Говорить. Опять же, мэн. А ну, на расстоянии смогу убить? Не, не убивается на расстоянии. Только аниматроники так могут. Так, давай, мочи меня, посмотрим, что он там может. Ух ты. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.